Друзья, я все по-прежнему пытаюсь дойти до Марселя на корабле. Хотя это очень сложно. Сначала у нас не было солнца, а потом у нас вдруг пропала вода. Вдруг неожиданно, как всегда, пропала вода осенью. Значит, уровень воды ниже на 1,5 метра. И пройти реку сейчас не представляется возможным. Но мы пойдем другим путем. Мы обойдем Друскиненко и обойдем Беларусь, прямо поедем прямо в Августов. Город Августов, Августовский канал, и поплывем дальше. Значит, что нам для этого надо? Надо взять и нас перевести туда. Перелетим или переедем. Мы можем перелететь или переехать. На радость людям и врагам на зло. Все прошло. Мы доехали до Августова, но чтобы проехать через город, надо посмотреть, нету ли там припаркованных легковых автомобилей. Они могут стоять с одной и с другой стороны, и мы можем просто не поместиться, не проехать. Для этого мы сейчас разъединяемся, отставляем здесь полуприцеп и проедем просто на грузовике. Это называется принюхаться. Поедем принюхиваться. Да, мы сейчас обнюхиваемся. Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Надо, надо жить, мой милый Августин, на радость людям и врагам на зло. Канал Августовский. Значит, пока мы ночью обнюхивались, смотрели, как проехать, как доехать, чтобы разгрузиться, крановщик тоже обнюхался и понял, что сегодня суббота, а в субботу кроме него больше в Августове никто не работает, и поэтому он за свое обнюхивание увеличил цену спуска на воду в 2 раза. Мы, естественно, как нормальные люди, отказались и придумали спускаться теперь вот здесь, вот по вот этой штуке. А вот он и наш корабль. Вот он, наш хаусбот заезжает сюда. Друзья, у корабля появился номер. Но не только номер, еще и появилось имя. Раз он смог из юга Литвы достичь севера Польши, дошел до города Августова, неважно, он выкрутился, пришел, дошел. У него имя соответственное – Суктинис, что в переводе означает крученный, выкрученный и тому подобное. Ну что-то такое. Есть такой танец в Литве, называется Кауна Суктинис. И они там крутятся так. Дой-дой-дой-дой-дой-дой-дой-дой-дой. Так и корабль выкрутился и дошел все-таки он до Августова. Но плыть дальше я сегодня не могу, потому что дует сильный ветер. То есть солнце светит, энергии много, аккумуляторы заряжены, но дует ветер. Проведем это дело, день этот все равно с пользой, пойдем за провизией. Августов – это курортный город. Но ветер сдул не только тепло, но он еще и сдул отдыхающих. Остались такие, только сидячие железные девушки. Пенька, девчина, пович ми, где есть супермаркет? А, туда, говорит, туда надо. Ну, вот он супермаркет, и вот они же литовцы рядом стоят. Дело в том, что приграничные территории Литвы едут в Польшу на закупку продуктов. Им выходит гораздо дешевле. Они здесь затариваются раз в неделю и возвращаются. А мы затарились и плывем дальше. Значит, схема Августовского канала. Августовский канал построен в первой половине 19 века. Он сделан для того, чтобы соединить две реки. Вислу и Няму у нас через каналы. Значит, чтобы можно было доставлять грузы. Ведь раньше основная дорога это была речная дорога. Для нас она сейчас основная, а раньше для всех это было так. И значит, всего длина канала 100 с чем-то километров. Из них 80 километров проходит по польской территории, 20% в Беларуси.
Значит, ну мы туда не зашли, сразу оказались в городе Августове, вот там, на красной точечке. И, значит, нам осталось 5 шлюзов, и мы попадем в реку Бебза. Ну, а дальше мы будем идти уже к реке Висла. Висла – это главная река Польши. Она через всю Польшу протекает. Насколько она судоходная, главная река Литвы, нам показала. Так посмотрим, насколько судоходная главная река Польши. Ой, эти главные реки меня уже пугают. По каналам легче плавать, чем по главным рекам. Все, что было, все прошло. Сегодня хоть и солнца нету, зато я выплыл. Ветер стал меньше, надо выплыть. Надо идти дальше. Не знаю, испытываю какое-то удовольствие. Хоть и вроде ветер дует, зато вода спокойная. Плывешь себе, 300 ватов расходу. Ну нету энергии. Ну 300 ватов он все равно дает. И плывешь себе на почти холостых оборотах. И скорость практически такая же, когда там было в течение. В Нямунасе. Пошел дождь, впервые пошел дождь. Но я под крышей. Если не будет бокового, то все нормально. А если и будет после Нямунаса, на этой воде мне вообще все нормально. Но пан на Литву не в танкерун. Ну, то я в Варшаву иду. Откуда? Из Литвы. Там много уже. Много. Ты, наверное, в апреле выплыл? Я выплыл в начале сентября. Нихуя себе, тут что, ты целый год плыл? Ах, мой милый, милый, милый Августин. А сколько метров? Я это не щедрен. Вам не самые 2 метра. Я это не щедрен, но... 2 метра? 2 метра, но... Ну... Лужница, но... 1.70 метра, говорит. Дошел до третьего шлюза. Вот он, третий шлюз. Но, смотрю, никого не вижу. Надо найти кого-нибудь, кто должен мне открыть шлюз и пропустить меня. Кстати, шлюз пройти стоит 7 злотых и 20 грошей. Вот. Пан. Я шукаю паны. Нету. Никого нету. Может быть, самому это все дело сделать? Закрыть там, открыть здесь. Знаю, пошукаю. Вообще не видел больше никого, чтобы кто-то нуждался в шлюзовании. Поэтому, наверное, человек и занят на вот этом вот штуке. Нужно шлюзование. А, добре, окей. Пише йде. Барза, дзинкуй, до повідзення. До побачення. До побачення. Это для меня последний шлюз на Августовском канале. Но вообще это считается первым шлюзом. Для меня Августовский канал на нем заканчивается, на этом шлюзе. А для других он начинается. Ну, для тех, которые плывут из Варшавы. А я, наоборот, плыву в сторону Варшавы. Значит, я проплыл по реке Нетта. Теперь мне поплыву по реке Бебжа. Но, чтобы в нее пройти, надо, чтобы меня на шлюзе опустили. А я опять пришел сегодня. А надо было прийти завтра. Потому что работник придет завтра. Ну, нету его сегодня. Ну, он отдыхает. Ну, нету. Ну завтра будет. А я опять сегодня. А завтра надо. Августин. А я опять сегодня. Августин. Надо жить, мой милый Августин. На радость людям и врагам на зло.